Физическая культура, первый класс. Тема урока – знакомство с традициями и культурой казахского народа. Цель – понимать, в чем заключается патриотизм и как взаимодействовать во время выполнения индивидуальной и групповой деятельности. Требования безопасности перед началом занятий. Надеть на себя спортивную форму и обувь. Снять с себя предметы, представляющие опасность – серьги, часы, браслеты. Убрать из карманов спортивной формы колющие предметы и мобильные телефоны. Выбрать для занятий просторную комнату. Ребята, сегодня мы проводим разминку со сказочным героем котом Антипкой. Итак, начинаем. Кот Антипка жил у нас. Он вставал с лежанки в час. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. В два на кухне крал сосиски. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. В три сметану ел из миски. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Он в четыре умывался. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончил. В пять по коврику катался. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. В шесть тащил сидей из катки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. В семь играл с мышами в прятки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. В восемь хитро щурил глазки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. В девять ел и слушал сказки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. В десять шел к лежанке спать, чтобы завтра в час вставать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой. Вдох. Выдох. Сегодня на уроке мы продолжаем знакомиться с историей и этнокультурой казахского народа.
Национальным героем является батыр. Батыры обладали хорошей физической подготовкой, хорошо владели телом, очень дорожили своим верным другом конем. После охоты или состязаний они проводили время в кругу семьи, играли на национальном инструменте дамбре. Чтобы быть физически развитым человеком, нужно заниматься разными видами физических упражнений. Бегать, прыгать, метать. Ребята, сейчас мы выполним несколько заданий для того, чтобы вы выросли сильными и здоровыми. Первое задание – это бег на месте или бег по комнате. Раз, два, три, четыре. В среднем темпе. После бега переходим обязательно на шаг, походить по комнате или на месте и восстановить дыхание. Бег выполняем в течение минуты. Следующее задание, ребята, называется переправа. Для этого задания мы используем два квадрата. Это могут быть плотные картонки две, либо газета, или же тот же листок А4. При выполнении задания можем один листочек на пол, становимся на него ногами. Второй немножечко вперед. Переступаем, забираем первый квадратик, переносим его вперед. Переступаем, забираем квадратик и стараемся сохранить равновесие и не упасть с квадратика, чтобы не наступить на ногу. Вот таким образом передвигаемся до конца комнаты. Это задание у нас идет на развитие равновесия и вашей ловкости. Упражнение выполняем 3-4 раза. Следующее задание – прыжки с возвышенности. Чтобы преодолеть любое препятствие и потом опуститься вниз, нужно выполнить правильный прыжок с возвышенности. Мы для этого применяем гимнастическую скамейку. В домашних условиях вы можете использовать диван или же маленький стульчик. Приземляемся на две ноги, загибаем ноги в коленях слегка и руки выносим вперед. Таких подходов выполняем 3-4 раза. Ребята, следующее задание называется «Тенье-Ау». Для этого задания мы разваживаем на полу тенье, обеими на одинаковом расстоянии. Цель нашего задания – как можно быстрее собрать в движении монетки. Для этого мы становимся в начале комнаты, слегка наклоняем туловище вперед и при команде марш выполняем задание. Эту игру можно проводить 3-4 раза. Урок окончен. Спасибо за внимание. Будьте здоровы!